Добрый вечер, дорогие друзья. Очень круто, что вы все пришли. Для меня приятной неожиданностью стало известие о том, что сегодня днем уже невозможно было забронировать столы на мой концерт, что все места были заняты. Это здорово, что далеко не всех из вас я знаю лично, потому что для музыканта приятно видеть друзей на концерте и родственников, но не менее приятно видеть новые лица, которые узнали каким-то образом непостижимым, пришли, полюбопытствовали, а может быть уже давно слушают твои песни, но ты просто об этом не знаешь. В любом случае, я рада каждому из вас. Название концерта «Нежные песни» родилось абсолютно спонтанно. Ну, во-первых, потому что весна, а во-вторых, потому что у меня сейчас какое-то как очень расслабленное настроение. То есть сегодня совершенно не будет песен так называемой гражданской тематики, не будет ничего про родину. Ну, одна будет. Да, и то это вот там, в общем, такая еще относительная гражданская тематика, если честно. В общем, для меня этот концерт значим не только потому, что это первый в моей жизни настоящий аншлаг, а еще и потому, что сегодня прозвучит несколько вещей, которые вы услышите впервые, даже если вы слышали песни с этими словами раньше. Даже если вы слышали песни с этой мелодией, может быть, даже раньше, но буквально месяц назад, вот ровно здесь же, мы познакомились с Сергеем, я его еще потом отдельно представлю. И в моей жизни случилось то, чего я ждала 25 лет. Нашелся человек, который научил меня играть боем. Вот. Это смешно, да, но с багажом музыкальной школы, когда ты прекрасно умеешь играть этюды, вариации, и вот это все научиться играть боем и делать какие-то ритмические, драйвовые вещи фактически невозможно. Вот я 25 лет мучила всех и говорила, покажите мне. И мне говорили, да ты что, ты так легко. Но когда я начинала, мне говорили, нет, ты все делаешь неправильно. На этом все заканчивалось. И вот, наконец, я знаю, как это делать. И я немножечко научилась играть блюз. И теперь я думаю, что я половину своей песенной программы переделаю в то, что, к чему у меня давным-давно лежит душа. Ну а сейчас я на вас буду просто тренироваться, и вы будете первыми подопытными кроликами, кто услышит вот это все в обновленном виде. И начнем мы с одной из самых дорогих для меня песен. Песня про безумных здоровых. Я хочу быть одной из таких старух, что не угомонятся до смерти, и запястья сухие, и голос сух, а в глазах кувыркаются черти. Непонятных небесных явлений. Расписной балахон, что на них надет, пережил уже 5 поколений. Их походка безумна, душа юна, они жадно живут, как танцуют, но давно уж молчат, какова цена за чудную походку такую. Нет, не скажут они, какова цена и приличий, и прихоти мнимых. Их бесцветные губы в изломах сна поцелуями кроют любимых.
Жаль столько, что плоть и дух отдают табаком и духами. Они громко смеются и любят вслух называть дураков дураками. Пусть завистливый им приговор готов, мол, бесстыжие, мол, с ума сбродки. Я хочу быть одной из таких котов, я хочу всех нелепой походке. Таких старух, что не угомонятся до смерти. Их запястья сухие, их голос сух, а глаза... Первый плен вроде бы не ком. Еще одну штуку хочу сказать в начале концерта. Те, кто знает меня давно, уже давно обзавелись вот такой вот вещью. Сергей, можно вас попросить? Да, вот дать мне это в руки. Спасибо. У меня вышла книжка 2 года назад, она называется «Пустоты». Причем она уже выдержала 2 издания. Первое издание было 100 экземпляров, второе — 500. И сейчас я с радостью распространяю ее по свету, потому что на самом деле это коллективное творчество, там не только мои стихи, книжка великолепно напечатана издательством «Сенатор» пермским, но и прекрасная иллюстрация, то есть обложка принадлежит руке пермской художницы Ольги Молчановой-Пермяковой, это картина «Насекомые», а внутри книжка декорирована, ну, иллюстрировано скорее, да, такой вот беспредметной, абстрактной графикой другого прекрасного пермского художника Андрея Пикалова. И есть целая история про то, как это все создавалось, я долго не буду рассказывать, просто хочу сказать, что пустоты — это очень важная метафора для меня, то есть пустота — это не что-то плохое, да, это что-то, наоборот, практически божественное. Это пауза. А Бог любит паузы. Это вот одна из ненаписанных до сих пор моих песен. И, собственно, пустота — это пауза в пространстве, а пауза — это пустота во времени, молчание. И для меня поэзия, в принципе, это язык, на котором мы можем молчать. Спасибо. Вы можете привезти эти книжки после концерта, я буду очень рада подписать их. Вот. И какие-то стихи из этой книги, а также новые, которые не вошли в эту книгу, потому что были написаны позже, я тоже немножечко прочитаю. Вот. Сейчас начну со своеобразного стихотворного эпитета к следующей песне. Я бы хотела, чтобы ты был не Каин, а Грэйм. Хоть этот парень бесплотнее Каин 100 крат. Грустная новость, друг друга мы не обогреем. Мы лишь умеем красиво смотреть на закат. Мы лишь умеем сплетать паутину созвучий и транспонировать боль по гитарным ладам. Мы безнадежный, фатально запущенный случай. Но и ее безнадежности я не предам. Песня про одного моряка. Я расскажу вам про одного моряка и про детей, спасавших его от тоски. С каждой из них он оставался, пока не истекал запас его баек морских.
кричал, и на последней байке гасла заря. Дальше он жадно выпил и скупо молчал, и исчезал, как ветер гордый моря. И исчезал, как ветер гордый моря. Им оставался запах его табака, тихие слезы сродни соленой волне. Должны быть остры, а слова должны быть точны.
недавно в комментарии к моему посту один очень значимый для меня человек написал, что мои песни помогают идти своей дорогой. Это, мне кажется, самое крутое вообще, что мне приходилось слышать в моем творчестве. То, что они помогают идти своей дорогой. И в первую очередь они, конечно, помогают это делать меня самой. Ну и следующие, как и предыдущие, тексты будут про это. Не работай, сын, поэтом, не работай, сын, шутом, не сладка работа эта и безденежна при том. Пусть занятно и красиво разрисован балаган, даже редкое спасибо не наполнит твой карман. Выбирай себе в занятия ты кайло и кирпичи, не ведись в цветное платье, бисер, дождь и не мечи. Не бросай слова по ветру, продавая пустоту, нелегко, сынок, поэту, а тем более шуту. Но если не послушаешь меня и захочешь ты на песне душу Божию менять, не работай, сын, поэтом, не кропай стихи за грош, неразменная монета та, что даром отдаешь. По полям ходи весел, потешай честной народ, благодарен будь и весел, что душа твоя поет. Просто будь тогда поэтом, просто будь тогда шутом, а с тобой за все за это рассчитаются потом. Изменения и стало чуть более похожим на блюз.
маленький город. Лет издает сборник «Акустическое Рождество»,
То есть все люди, которые поют свои собственные там, или чужие, но такие хорошие умные песни под гитару, это барды, это рокеры, но те, которые занимаются акустическим роком, ну вот разные промежуточные создания, они все приглашаются поучаствовать вот в таком сборнике «Акустическое Рождество» с какими-то новыми песнями, посвященными Новому году и Рождеству, вообще этому волшебному времени. И это был 2016 год, он когда, как раз тогда собирал свой первый выпуск. Он написал мне в том числе, потому что мы были тысячу лет знакомы уже после его пермского концерта, когда я играла у них на разогреве. И я сказала, да, конечно, я подумаю, но сейчас у меня нет рождественских песен, но, может быть, что-то напишется за там, эти 2-3 недели. И ничего не писалось до тех пор, пока меня жизнь в очередной раз не ущипнула больно. Так больно, что написалось буквально за полчаса. И я написала Косте, я говорю, Костя, у меня есть песня для твоего сборника. Я еще успеваю, она говорит, да, да, ты успеваешь, вот буквально... Именно такой песни мы и ждали, и на следующее утро я пошла в студию, записала ее, отправила, и она есть на самом первом сборнике. Там она называется «Самой длинной ночью», потому что там примерно половина песен называется «Рождество», но так-то, в принципе, основное ее название именно «Рождество». Кто тебя зовет? В час, когда буран рвет колокола, чей беззвучный рот имя твое помнит, шепчет, что пора. Выдохом отпускать. Ла-ла-ла-ла.
когда ты рядом, душа честна, как будто бы на двоих одна, и так легко потерять ее. Своего, в общем, с некоторых пор хорошего друга, я думаю, что я имею право
сделать этого человека своим хорошим другом. Ну и партнеры, музыканты, которому я сделала 4 концерта за прошлый год, виолончелиста Яна Максина. Он вообще очень любит не только играть на виолончели, но и петь песни. И сейчас у него порядка уже 18, по-моему, языков в арсенале, на которых он поет разные песни. И народные песни, и авторские. Но на украинском языке он разучил вот эту самую чарівну скрипку. И она так запала мне в душу, что пока я не выучила ее, я не успокоилась. Сила птаха, біла крила над тобою, сила сонце понад вечер запаля. Там, где глаз моих не хватит.
сначала стихотворение. У женщин должны быть дети и длинные волосы. Бывает, конечно, с короткими волосами. Бывает даже, что вроде бы им идет. Но ведь короткие, согласитесь сами, это же вызов. А длинные наоборот. С детьми сложнее. Бывает, не вышли дети. Их просто так не найдешь, не купишь за деньги. А надо платить всегда намного дороже. Жизнью другой и собой другой тоже. Мир больше не бьется на черно-белые полосы. Становится проще или наоборот. У женщин должны быть дети и длинные волосы. Можете спорить, но с Верой не спорит. Вот. Ходила девчонка с гитарой по полю, искала девчонка не женскую долю, искала девчонка заветное слово, такое, что больше не надо другого. Казалось девчонке то слово свобода, с рождения до немого исхода. Запутались ветром девчоночек косы, а слово горчило, как дым папиросы. Казалось девчонке то слово навеки, любить эти умные спящие веки. Но только под веками дремлет иная душа, ее никогда не узнаешь. А после казалось больными ночами, что слово одно — это слово отчаяние. И оно ей звенело надрывно в полночных рифах, в потерянных рифмах. И что-то в девчонке сломалось такое, что ей в первый раз захотелось покоя. Покой был недолго и заменою боли. Кто ищет покою, не ходит, кто ищет покоя, не ходит по полю. Но стало девчонке совсем не до песен, и сумрачный мир в ней кому-то стал тесен. И вот он родится, посмотрит ей прямо в глаза, и поймет она слово то. Saying God's name, all babies are born from the
повсюду рождаются, произнося имя Бога. Все дети, рождаясь, плачут, потому что никто здесь не помнит имени Бога. Вот эти практики реально дают силы жить. Так вот,
Нина Викторовна была у нас в прямом эфире, и она у нас была, знаете, вот, она была вместо президента. Где-то по телевизору Владимир Путин поздравлял россиян, что-то ему говорил, а у нас в эфире была Нина Горланова, и она говорила такие правильные, такие теплые, чуткие, проникновенные слова, от которых хотелось плакать. Но что, собственно, бывает после слов президента? После слов президента бывает гимн. После слов Нины Горлановой была песня «У нас будет все окей», с которой мы вошли в следующий год. Все, конечно, не было окей, но, тем не менее, что-то продолжает радовать. Лишь пара дождей и немножечко солнца в одном из больших чужих.
больших городов, и лепая надпись, что скоро сотрется с железной ограды. Ты пахнешь, как любовь. Когда-нибудь эта пара придет, когда-нибудь сердце растопит лед, когда-нибудь реки снесут мосты и выйдут из берегов. Но только вот я никогда не скажу тебе, ты пахнешь, как любовь. А большего нам ничего и не надо. Нас носит по свету беспечная жизнь, и музыка наша, судьба и отрада, по-своему строит ее виражи. Засохшие косточки спелой черешни остались в кармане с случайным ключом до радости нежной и легкости прежней. А большему, в общем-то, ни при чем. Когда-нибудь эта пара придет, когда-нибудь сердце растопит лед, когда-нибудь реки снесут мосты и выйдут из берегов. Но только вот я никогда не скажу тебе, когда на земле победит красота, мы силою мысли сможем летать, и самое важное говорить начнем друг другу без слов. Тебе ты пахнешь, как любовь. Сергея Рыжова, моего прекрасного напарника, благодаря которому по некоторых моих песнях появилось свежее блюзовое звучание. Я надеюсь, что наша совместная программа с ним будет только увеличиваться. У меня уже есть очень большие планы на наш дуэт. И я так понимаю, что у него тоже. У нас у каждого есть свои отдельные планы на наш дуэт. И совместно из этого должно получиться что-то очень крутое. Напомню, что мы буквально чуть больше месяца назад познакомились здесь, после моего поэтического вечера. Решили что-то попробовать делать вместе. У нас в общей сложности было чуть больше 2 недель на репетиции. И сейчас вы услышите, что в итоге получилось. Здесь и сейчас. Это тоже была бардовская, прибардовская такая вещь, настолько бардовская, что я ее даже практически не пела, потому что... Мне самой было тоскливо того, как она звучала. Хотя слова хорошие. Вот. И тут я подумала, почему? И мы ее сделали буквально за один день. Thank you.
я не знаю, что рассказывать про эту песню, кроме того, что она тоже на английском языке. И она не моя, и не Сергея, а Виа Пинк Флойд. Вот, это для нас, для обоих такой, в общем, челлендж. Я первый раз в жизни пою Пинк Флойд, Сергей первый раз в жизни поет эту песню. Нет, ну мы репетировали, конечно. Я не пою, поет Юля. Вот. Что-то еще про нее сказать, нет? Так, все. А, я первый раз в жизни пою поп-ножки, вот что. Что сказать? Сказать только то, что я учил немецкий язык, где буква, которая прописана, она произносится. А на английском половина букв не произносится. В общем, это не песня, а просто букет челленджа для нас. Мы как понизили критичность, как говорят психологи, просто до порогового нижнего значения. Лучше мы предупредили. The turning away from the ballad on Twitter, and the words are the same which we want to understand. Not a sign that what's happening, and just a kiss upon a suffering. Пионерский блюз.
задеть благие сердца. И рихует лагерь детский, нарисован по канонам позабытого отца. Бабочки и птицы, разноцветные, безответные, исполненные мечты. Воздевает глань вверх, талым звездам над столицей, будто слышит, как услышит, предрекается успех.
Русская пройдет. Ваша песня о черте с ней, но не дышится без нее по весне. Но не дышится без нее по весне. Привет, у меня индивидуального развития вот этой темы. Чего? От меня маленький презент. Календарь отломал от нам, апрель пришел. Июля была, она позабела рок-н-ролл. Греет солнце крыши, вскинул зимний шуст. Скоро мы услышим балабанного блюза.